Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в Ярославль. Стадион «Шинник» сегодня вот в таком антураже нам предстанет. Снег и мартовское небо будут свидетелями матча «Шинник-Ленинградец». Ваш пар комментаторов Сергей Воронин и я, Павел Занозин. Ну что ж, ждем свисток Александра Машлякевича. Вот он прозвучал, и у нас матч начинается. Шинник в центре поля разводит Гого. Быстрая диагональчика на левый фланг. И там борется у нас и Беляев. Выносит мяч футболист. Потеря! И будет выход один на один. Ну куда же так сильно? Вратарь-то должен выходить! Ой-ой-ой, как они на самом деле оба ошиблись здесь. Продолжается еще атака, но не будет, я думаю, момент реализован. Шикарный шанс был для того, чтобы забить у Виталия Жиронкина. И Довбня сначала пошел, потом вернулся, потом опять пошел. В итоге успел. Подача на дальнюю штангу. Да, подача. И сейчас Гого будет бить. И рядышком был. Очень рядышком. Но вот немножко не получился. И большой палец показывает туда, на правый фланг Шинника, откуда была нацелена эта передача. В принципе, неплохо продавил соперника. Резервный подошел, посмотрел именно в той ли зоне лежит мячик, касается ли он вот этого полукруга углового флажка. И Самойлов с левой ноги. Отворот Гогова здорово упрыгивает. Как же он летает. Рука, пенальти. Как же он летает. Просто невероятно совершенно. Реально как баскетбольный центровой для того, чтобы сделать данк. Не дотянулся, но в итоге именно этот эпизод приводит к тому, что арбитр назначает пенальти. Погоди, ну-ка, как можно говорить вот я так? Подожди, ну, представляешь, что человек не забьет. Он включается еще. Вот включился, я уже скажу после этого удара. Разбег! Вот, опа! Вот ты вот 100% скажешь, что ты сглазил. Я пытался тебя защитить, Сереж, пытался. Но вот просто здесь уже собралась толпа, сейчас собираются на поле выбегать, чтобы поменять комментатора у бровки. Ну, это футбол, это все может быть, поэтому попытается наверняка Самолов реализовать этот удар в другом моменте. Поэтому команда, видимо, приняла решение добраться вот таким образом. Ну, в принципе, 12 часов в пути. Опасно! Ух ты! Все нормально, все нормально. Судьбоносный момент сейчас, ты понимаешь? Судьбоносный. Бен Загре идет на скамейку запасных. Я вижу это. Да, смотри, кто на острие сейчас у Шинника был прямо перед воротами Карабашева. Это был Никита Котик. Ну, еще, видишь, не окончательно весна пришла, поэтому вот такие... Хороший пас-то какой, офсайд! Жаль! Ну и молодчина Александр Довня. Сыграл блестяще. Здесь офсайд был. Ну вот это то, о чем я говорил. Ленинградец ищет эти моменты. Свисток, и смотрим за этим розыгрышем. Гагуа! Ух ты! Что, неужели по своим воротам пробил? Да получилось именно так. Последним он коснулся плеча. И еще один угловой. Вот еще один опасный момент. Но здесь его просто Беляев задавил. Немножко так в корпус вмял в газон. Но в рамках правил показывает судья. Игра продолжается. Здесь опасно. Гагуа! Гагуа! Удаление. Слушай, вот просто тоже это было как земля за колхозом. Очевидно, что сегодня Гагуа точно схватит эту свою вторую желтую карточку. Красненькая. Красненькая пошла, да, покидает поле центральный защитник ярославского Шинника. Ну да, есть командам куда расти, где прибавлять, к сожалению. Пока... Вот дальний удар! Ай-яй-яй! Лучший момент матча для ленинградца, пожалуй. Классный удар в дальний угол. Совсем чуть-чуть мимо. Да. Хорош, хорош, хорош. Закончились уже 5 минут, 6-я идет добавленная. Может быть, последняя атака ленинградца, но она откатывается к центру поля. И нулевая ничья фиксируется финальным свистком Александра Машлякевича. Был сегодня незабитый пенальти, было удаление, но не было голов. 0-0. Сергей Воронин, Павел Занозин работали для вас. До встречи на футболе. Скучайте. Пока.